Всем доброго дня суток. Сейчас хочу поделиться еще одним лайфхаком. Очень полезным для фотографов. Как не потерять крышечку от объектива фотоаппарата. Сам придумал. Еще использовал это устройство простое и доступное на фотоаппарате Зенит. Давайте посмотрим, как его сделать. Вот. Значит, нам всем приходится ездить по разным там достопримечательностям, брать с собой фотоаппарат. Если у кого очень хороший фотоаппарат, к объективу всегда нужно брать крышку и закрывать линзу от пыли. Вот. И чтобы там пыль не попадала, чтобы там дождь не попадал и все такое прочее. Вот. Но весь вопрос, куда ее потом девать, когда снимаешь крышку. В карман класть. Ну да, это тоже выход. Вот. Но как мы отснимали пару кадров, лучше объектив закрыть этой крышкой. Ну, тоже неудобно. Из кармана достал, положил, открыл, закрыл. Вот. И иногда так получается, что эта крышка просто теряется. А ее купить в магазине можно, но очень сложно. И вот такое простое приспособление, которое я придумал. Вот. Для этого нам понадобится моток веревочки. Вот такой вот. Чтобы веревочка была такая суровая. Не просто нитка, такая крученая из нескольких этих самых. И английская булавка. Сейчас покажу. Можно брать любого размера, ну, как вам захочется. Вот. Берем крышку от фотоаппарата. Проделываем дырочку. Вот. С помощью дрели. Берем веревочку, продеваем в эту дырочку. Вот. Завязываем на несколько узлов, чтобы, как говорится, веревочка из дырочки не выпала. Второй конец привязываем. Сейчас покажу. К английской булавке. Вот. В которую крепим, в свою очередь, к кремлю. Кремлю тоже можно прикрепить. Но кремню лучше. Вот. Далее, смотрите. Также можно прикрепить. Вот, допустим, если у вас есть несколько съемных объективов. Вот сейчас я этим буду заниматься. Ой. Вот второй у меня есть телеобъектив. Вот там тоже такая же крышечка есть. Вот. Вот, снимаем ее. Вот, надо только посмотреть, где дырочку лучше-то сделать, чтобы, как говорится, ее потом прикреплять к объективу, проблем не было. Веревочку берем с расчетом. Вот, с расчетом. Ну, чуть побольше, это самое, подлиннее длины объектива. Вот, и теперь, когда мы снимаем, допустим, вот крышка одета на объектив. Вот. Когда нужно нам что-то там сфотографировать, берем, снимаем крышку. Ну, можем держать ее вот, как я держу обычно в руках. Вот, фотоаппарат беру и поддерживаю крышку одной рукой. А можно просто, знаете, вот, она вот, будет болтаться. Отсняли, что вам надо. Потом берем опять крышку, одеваем на объектив. Она от вас никуда не денется. Почему английская булавка нужна нам? При смене объектива, естественно. Можно, конечно, крышку намертво привязать к ремню. Но тогда по числу объективов будет и такое число крышек болтаться. И это нехорошо. Да потом при смене объектива крышку лучше одевать на объектив.
и прятать его там в сумку или там в карман. Вот. Это как удобнее. А тут получается так, мне надо сменить объектив. Я отстегиваю английскую булавку, снимаю объектив, новый ставлю, какой мне надо. Но опять же с крышкой, и с булавкой, и с веревочкой. Вот, булавочку застегиваю опять на ремень. Вот, и дальше опять снимаю совершенно свободно. А тот объектив, как говорится, который не используется, вместе с булавкой, с веревочкой и с крышечкой лежит в сумочке. Ну, как-то вот так вот. Кстати говоря, очень удобное приспособление я придумал. Вот, это то же самое. Вот, взял за основу, как очки-то это самое одевают. На очках есть такая веревочка, чтобы на шею, чтобы не терялись. Ну, вот, типа того, что вот. Как-то так. Вот, спасибо за внимание, если кому-то своим советом помог. Вот. Может, кого-то посмешил. Ладно. Что-нибудь еще придумаю, расскажу.